Еще раз, Ильхом Гайдарович, хош келепсиз Узбекистанге. Мне очень приветствует вас. Шунинг учун яна бир марта катта рахмат. Мехрубан ханым, еще раз огромный привет от моей супруги, от моей семьи. Но я думаю, следующие визиты мы еще вместе увидимся. Рахмат, катта рахмат. Вчера был в Азербайджане большой праздник. Я думаю, и в Узбекистане был большой праздник. Я с этим победой поздравляю весь азербайджанский народ. И мы всегда в это верили. И яна бир марта юрагимдан, узбек халқи номидан, озим номидан, ман табриклямоқчиман. Вы подняли флаг Ханкельды, и мы видели, что это было, поставив точки на все эти вопросы, теперь уже сильный Азербайджан будет продвигаться вперед и достигнет и тех успехов, которые многие-многие годы ждали народ Азербайджана, близкие друзья Азербайджана, в том числе и узбекский народ, и Узбекистан, и руководство Узбекистана тоже. И мы надеемся, что в будущем Карабах будет процветающей землей в Азербайджане, потому что вы очень много делаете, и человек, который своими глазами, я видел Шуше и Хузули, все, что делается, и я очень рад, что я посетил. В истории все равно я тоже буду говорить, что они сделали после себя, что оставили, что вы делаете благодаря вот тем усилиям, которые вы предлагаете. И я желаю самых-самых наилучших успехов, как близкая страна. И всем все, что происходит в Азербайджане, мы тоже, как и азербайджанский народ, ждали этого, что все равно справедливость восторжует, и азербайджанский народ все же достигнет своей победы. Самые наилучшие пожелания. Я еще раз, я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край. Потому что то, что вы мне рассказали, что будет в Суше, что будет в Узеле, мы видели новый аэропорт, я же тоже там был же. И кто бы, если посмотрит, это не поверит, что это в Узеле на самом деле. А на самом деле это в Узеле, и вся инфраструктура решается. Так что я хочу сказать, что у нас все наши с вами договоренности воплощаются в жизнь. Özbekistan prezidenti qarşılıqlı səfərlərin əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsində rolunu vurguladı. Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə əldə etdiyi uğurların Özbəkistanda böyük sevinclə qarşılandığını qeyd etdi. Özbəkistan prezidenti qarşıdan gələn illərdə də əlaqələrimizin inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirdi. Спасибо, Шавкат Мирамонович. Спасибо, дорогой брат, за добрые слова, за поздравления. Мы всегда чувствовали и чувствуем поддержку вашу лично и братского узбекского народа во всех наших делах. И спасибо за поздравления в связи с Днем Победы, который мы вчера отмечали. Как вы отметили, вы побывали в Шуше и Физули, я вчера тоже был в этих местах, и проезжая мимо города Физули, еще раз посмотрел с большим удовольствием и благодарностью за тот братский подарок, который вы нам преподнесли, школу имени Мирза Улугбека. И думаю, что все, кто приезжают в Физули, все, кто там живут, они очень благодарны вам за такое отношение. Это первый подарок братского государства, который мы получили в деле восстановления наших территорий. Благодарю за поздравления в связи с восстановлением суверенитета Азербайджана. Это историческое событие. В сентябре мы положили конец многолетнему вопросу, связанному с сепаратизмом. И сегодня нет такого уголка на территории Азербайджана, где бы не было азербайджанского флага. Мы очень высоко ценим ваше личное отношение и отношение всего братского узбекского народа и поддержка и солидарность в этом вопросе. Хотел бы вас поздравить с большими успехами. Я вот, находясь со вчерашнего дня в Ташкенте, думаю, что этот город, в котором я еще не был, потому что то, что я увидел, ну, пока ехал из аэропорта и из окна гостиницы, на самом деле впечатляет очень и радует. За короткое время вы создаете современнейшую инфраструктуру, которая олицетворяет сегодняшний Узбекистан. Под вашим руководством, вашими реформами, вашим неустанным трудом вы продвигаете вперед все ваши реформы и повестку
созидание. Мы как друзья, как братья этому искренне радуемся. Радуемся тому, как Узбекистан развивается, укрепляется. Экономический потенциал, промышленный потенциал. И, конечно же, растет авторитет на международной арене. Все это благодаря вам, поскольку именно с вашим именем связаны все достижения последних лет. Я уверен и знаю, что граждане Узбекистана очень высоко это ценят. И не случайно, что вам было оказано вновь большое доверие на президентских выборах. И то, что вы совершили первый государственный визит после выборов в Азербайджан, это мы все очень высоко ценим. Это мы понимаем, что осознанный шаг – это демонстрация наших братских отношений. Дövlətimizin başçısı iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mütəmadi qaydada həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd edərək, keçirilən görüşlərdə sənaye kooperasiyası, kənd təsərrüfatı, investisiya və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı səmərəli müzakirələrin aparıldığını vurguladı. Prezident İlham Əliyev həyata keçirilən əməkdaşlığın ölkələrimizin iqtisadi potensialının daha da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət etdiyini bildirdi. Azərbaycan prezidenti əlaqələrin genişləndirilməsi işinə Özbəkistan prezidentinin verdiyi töhfəni bir daha yüksək qiymətləndirdi. Görüşdə beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Energetika, sənaye sahəsində birgə layihələr, investisiya, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu bildirildi. Münasibətlərimizin dərinləşdirilməsi istiqamətində konkret sahələr üzrə fəal işlərin həyata keçirildiyi məmnunluqla qeyd edildi. Söhbət zamanı gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.